Незаконная реклама работы по сносу крупных пиар-конструкций активно ведется в областной столице. Только за минувшие выходные с улиц города было убрано 20 билбордов, и на этом работа еще не закончена. О дальнейших перспективах расскажет Алина Триполец. Работа трудоемкая. Демонтировать предстоит билборд высотой около 10 метров и площадью 18 квадратов. Сначала вытаскивают из земли саму гигантскую конструкцию, аккуратно разбирают на части. Затем на очереди фундамент. Этот рекламный щит на улице Чехова был установлен незаконно. После предписания суда его самостоятельно демонтируют представители рекламного бизнеса. Только за последние несколько дней это уже 20-я точка, откуда убирают незаконную рекламу. В списке улицы Мира, Ленинградская, Орлова, Герцена. Мы получили полный перечень конструкции, которые будут демонтированы от всего рекламного бизнеса. Те, кто не согласится самостоятельно демонтировать, будет демонтирован принудительно. В основе этой работы схема размещения рекламных конструкций, утвержденная городскими властями. В ней определено около 380 мест в разных районах города, которые предприниматели могут арендовать на законных основаниях, а полученные средства пополнят городской бюджет. Все остальное вне закона. Борьба с несанкционированной рекламой идет в Вологде уже давно. По поручению главы города до конца года с улиц областной столицы должны убрать 500 рекламных объектов. Эту работу полностью поддерживает и Общественный совет Вологды. Это огромное дело, но вот параллельно давайте договоримся, что мы довешиваем задачу как-то разбираться все-таки с рекламой в центральной части, хотя бы в центральной части города, на стенах зданий, может быть, действительно подойдем к этому с точки зрения общественности, там, в контексте какого-то создания единого городского дизайна. Подключаются к этой работе и жители областной столицы. Обращения от них поступают регулярно. По каждому выезжает специальная комиссия и проверяет законность размещения билбордов или баннеров. В ближайшее время планируется демонтировать еще около 50 рекламных конструкций. Алина Триполец, Максим Тышковец, Вологда, Портал.